соцсетях появилась информация о том, что в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы требуют с пациентов деньги, в палатах не убираются, а персонал хамит. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 февраля. Мы решили встретиться с врачами и выяснить все детали конфликта. Они не платили эту тысячу, с ними не составлялся договор. Вообще к платным услугам мы не имеем, отделение наше не имеет никакого отношения. Заведующая отделением Светлана Киян встретила нас радушно. В коридорах и палатах чистота, приветливый медицинский персонал. Да и как иначе, ведь в каждом боксе пациенты, причем некоторым из них всего лишь несколько месяцев. Часть палат оборудована не хуже хорошего санатория. Телевизор, ванная комната, прикроватные тумбочки, отдельный вход. Вот здесь все палаты, кроме четвертой, которая у нас обозначена как ОМС Комфорт, ну, платная палата, скажем, да, они все оборудованы телевизорами, все с туалетами, и все это бесплатно. Кстати, обычная палата от палаты повышенного комфорта отличается только размером и наличием бытовой техники. Холодильник, микроволновка, электрический чайник. Я рад, что сюда попал, хорошим врачам. Ну, за короткий период времени меня очень быстро вытаскивают из плохого состояния. За это благодарен Богу, врачам. Мы попросили показать ту самую злосчастную кушетку, за которую разгорелся в соцсетях сыр-бор. Вот так она выглядит. Кстати, она стоит в коридоре, и в случае экстренной необходимости ее снова могут задействовать. Причем бесплатно, ведь в аренду кушетки никто не сдает. Ни о каких, конечно, финансовых требований не могло идти речи. Да? Есть стандарты нахождения ребенка в стационаре с родителями. Мы обошли инфекционное отделение Одинцовской областной больницы в поисках обшарпанных стен. Но ничего похожего на это найти нам не удалось. Единственное, что мы обнаружили, в этой палате, скорее всего, находился на лечении ребенок. И он оставил след от карандаша либо ручки. Ну, наверное, это своего рода послание врачам, благодарность от маленького пациента. Обшарпанные стены мы не обнаружили. Инфекционное отделение Одинцовской областной больницы рассчитано на 70 мест. Здесь работают настоящие профессионалы, как говорится, по призванию, которые готовы всегда прийти на помощь и создать максимально комфортные условия пребывания пациентов в стационаре. Дорогие наши жители, вы приходите к нам лечиться. Не надо говорить огульно. Мы сделаем для вас все, чтобы вы были здоровы. И у нас для этого есть все условия. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».